после выборов декабря 2011 года, я считаю, что у нас наступил определенный политический кризис. Суть его заключается в том, что тот образ правления, который до этого устраивал наш народ, и который в значительной степени конформистский народ, казалось, что это будет всегда. Потом вдруг сложилась ситуация, когда обнаружились какие-то манипуляции с этими итогами выборов, и до этого какое-то неприязненное положение, после этого сложилась такая ситуация, когда власть почувствовала, что она должна каким-то образом менять политику. Открывалось два возможных варианта. Один, реформа.